вашим мужем миллион раз разговаривали. Что он тебе сказал? Он сказал, я такой, как есть, это моя реакция. Женек, можно ли что-то сделать, чтобы доносить свои мысли? Я так сказала. Я, по-моему, сказал по-другому, Настя. Давай какие-то моменты я могу отнестись ревностно, потому что я такой человек. Я такой характер, я вот такой вот, я не знаю, ты меня приняла таким. Я высоко, я не собираюсь ничего делать. Ну, послушай, я другим человеком не стану. Какие-то моменты в себе я изменю. А вообще, какой твой типаж женщины? Слушай, Владимир, не обозначал никогда типаж женщин. Почему у тебя же как-то есть симпатичный, там, не знаю.